вначале асфальт положу. Когда-то у нас в России обещание долгое. Каждый мост вот так 40 километров. И еще здесь ограничение не больше 60. Если ты 61 километр проедешь, вот эта вот штучка синенькая запиликает, будет пищать так, что аж уши прорезает. Потом еще приедешь на базу и будешь отписываться, почему ты на 1 километр прибавил скорость, что произошло. Регистратор будет смотреть, что ты в этот момент делал, водитель. Так дальше. Могут лишить премии за 1 километр 15 000 минус от зарплаты. И потом каждый месяц, если не нарушаешь, по 5 прибавляется и до 15 000. Оплачивается. В договоре прописано, что я водитель, а водитель абсолютно все делает. В этот раз перебирал сальник, ступицу, не оплатили. До этого 2 ступицы передние перебирал, тоже не оплатили. Я уже как-то рассказывал, здесь вот по лево, по право много черемши. Ну и папоротник есть. Папоротник вдоль ручья повыше. С левой стороны.
борщевика вообще вдоль дорог нету. Добрались сопки или чего, горы. Далека в первой ролике горы впереди были, вот только к их нему подножию подъезжаешь. Сейчас были одной объехали, сейчас ко второй подъезжаем. Лес как быстро редеет. Посередине он, что за дерево интересно, красное, блин.